Сегодня у нас очень интересное мероприятие. Мы впервые в Беларуси открываем вот первый участок улиц с умным освещением. Это интересный инновационный проект для всей Беларуси. Самое главное, город получает энергоэффективную систему уличного освещения, и это позволит городу очень существенно снизить затраты. Улицы будут освещены ярко, энергоэффективно и безопасно. Ну а сегодняшний один предстоящий объект, который мы откроем и зажжем свет, это только начало светлого пути, который у нас всех впереди. Спасибо. Мы надеемся, что проект «Зеленые города», который внедрил в вашем городе систему умного уличного освещения, также внесет свою лепту в устойчивое развитие Новогрудка. В городе станет светлее, в городе станет безопаснее, городской бюджет сможет сэкономить средства, город станет потреблять меньше энергии, а также уменьшится количество парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу, что будет иметь огромное значение для борьбы с потеплением климата.